Всем доброе утро, с вами Вероника Ежова. Сегодня четверг, 1 октября. Надеюсь, вы встали с нужной ноги, а настроение заряжено на рабочий день. Ведь как в раздраженном состоянии можно продуктивно работать или творить? Поделюсь с вами лайфхаком, как провести утро в отличном настроении. Просто начинайте день с улыбки, а там настроение само поднимется. Как говорил Юрий Никулин, даже после небольшой улыбки в организме обязательно дохнет один маленький микроб. А мы начнем поднимать ваше настроение. Всемирный день вегетарианства празднуется 1 октября. Вегетарианство – это система питания, которая исключает из пищи продукты живого происхождения. Ежегодный праздник призван повысить информированность широкой общественности о преимуществах вегетарианского образа жизни как со стороны здоровья и экологии, так и с этической точки зрения. Сегодня, по традиции, проходят флешмобы, дискуссии по вопросам вегетарианства, мастер-классы и дегустации кулинарных вегетарианских шедевров. Узнаем больше интересного о дате 1 октября далее в нашей постоянной рубрике «День в календаре». Музыка – величайшее изобретение человечества, которое сопровождает общество с момента его зарождения. Музыка отражает традиции и обычаи разных народов. Ими легко делиться, язык мелодии прост и понятен каждому. Неудивительно, что у такого уникального культурного феномена есть свой праздник – Международный день музыки. Он отмечается ежегодно 1 октября во всем мире. Событие утверждено на 15-й Генеральной ассамблее Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Праздник общий, он собирает всех желающих приобщиться к великому и вечному искусству. Профессиональных музыкантов, артистов, педагогов, студентов-вокалистов и обычных обывателей при их непосредственном участии. В России о Дне музыки заговорили только в 1996 году. В этот год гениальному отечественному композитору, ученому и общественному деятелю Дмитрию Шостаковичу исполнилось бы 90 лет. В 1973 году он обратился к Организации Объединенных Наций с открытым письмом, в котором просил учредить праздник музыки и тем самым признать ее роль в деле сплочения народов и обмена культурным опытом. Так Шостакович стал одним из создателей праздника, крестным отцом Дня музыки. Сам музыкант в конце 40-х годов стал политическим изгнанником, был лишен звания профессора Московской и Ленинградской консерваторий и уволен оттуда. Его так называемые каникулы длились более 10 лет, но уже в 1955 году карьера Шостаковича восстановилась и начался новый творческий подъем. Оставленное им музыкальное наследие исполняется в различных странах. Как и многие мировые классические шедевры, оно получило новое направление в современной популярной рок-обработке. Наверное, любой средневековый фестиваль или карнавал, как и дворцовые балы, можно с уверенностью отнести к предпосылкам возникновения праздника, если не к самому событию. Музыкальная терапия уже давно используется людьми для профилактики и лечения многих болезней, снятия стресса и как лекарство при переутомлении. Известно, что звуки колокола способны убивать болезнетворные бактерии и оздоравливать организм. На Руси колокольный звон использовали для лечения заболеваний сустава, снятия с глаза и порчи. В средневековой Европе во время эпидемии чумы звонили в колокола, и эпидемия отступала. А многие современные будущие мамы посещают курсы музыкальной подготовки к родам и предстоящему материнству. По наблюдению ученых, это значительно снижает риск возможных осложнений при родах. Отрадно, что при всем многообразии жанров, течений, направлений нет вытеснений или подмены понятий. Пугающий прогноз скептиков, что электронная музыка задвинет и убьет настоящее искусство, опровергает популярность фестивалей и концертов с живым звуком. Астрологи, пока мы спали, усердно составляли прогнозы. Сегодня усилится эмоциональность и склонность к фантазиям. Важно отделить пустые страхи от реальных угроз, а затем от переживаний перейти к делу. День подходит для завершения кропотливой работы, для очистки, проверки, откладки, настройки и профилактики. Условия успеха – контроль за эмоциями и привычками, а также соблюдение правил, технологий, рецептов, инструкций, графиков, техники безопасности. Продуктивные действия. День для медиков, химиков, технологов, кинологов, секретных и охранных служб. Далее развернутый гороскоп для всех знаков зодиака. Овны, сегодня вы будете бодрее апельсинового сока. Не забывайте себя хвалить как перед зеркалом, так и перед коллегами. Возможностей в любви тоже будет множество. Тельцы, в профессиональной сфере ничто не будет мешать продвижению вперед. Если будете уверены в своей правоте, то сможете убедить даже начальство. Близнецы, столько соблазнов и предложений у вас еще не было. Вам предстоит сделать важный выбор, касающийся основной работы. Но если мысль об увольнении давно сверлит мозг, то решайтесь на перемены. Раки, сейчас денежная тема для вас важнее, чем все остальное.
Пора расплачиваться с долгами и находить новый источник дохода. Маленький, но приятный сюрприз сделает близкий друг. Львы, сложности возможны в бизнесе, если занимаетесь им недолго. Финансовую прибыль получат те, кто реализовал творческие проекты. Сегодня вы окажетесь в обществе талантливых людей. Девы, 1 октября вы встретите с улыбкой и оптимизмом. День такой замечательный и погожий, что даже не чувствуется осень. Причин для радости масса, но держите их в тайне от окружающих. В Китае плачущая девочка не растеряла навыков игры в пинг-понг. На камеру была запечатлена 3-летняя девочка не в очень хорошем настроении. И даже больше, малышка пускает слезы по какой-то неизвестной причине. Но настоящему профессионалу ничего не помешает. Тренировка должна продолжаться, несмотря ни на что. Поэтому юная героиня хоть и плачет, но все равно умудряется отбивать каждую подачу. Многие отметили отличные навыки игры малышки, несмотря на ее юный возраст. Далее актуальные события и сообщения в рубрике «Другие новости». Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии. Письмо с предложением направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости. Как отмечается в тексте послания, данный вопрос не решен, что приводит к правовым коллизиям. Федерация независимых профсоюзов России указали на то, что из системы государственного обязательного пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы. К 2021 году период ожидаемой выплаты показатель для накопительного компонента пенсии достигает 22 лет, что, по мнению Федерации независимых профсоюзов России, дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных. В МВД разработали поправки к ПДД, дающие новые обоснования для штрафов автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации, пишет РИА Новости. В соответствии с изменениями перечня неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств, наказание последует за летнюю резину зимой и за шипованную летом, за установку шипованных шин только на одну ось, за нештатные ксеноновые лампы, а также за отключение штатного очистителя фар. Отмечается, что проект находится на стадии публичного обсуждения до 16 октября, а постановление должно вступить в силу с 1 июня 2021 года. 57% жителей России считают, что изменение климата оказывает влияние на жизнь, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. 93% считают, что в последние годы на планете происходит изменение климата. Более половины из них отмечают влияние таких изменений на жизнь. Среди жителей сельской местности об этом сообщили 62%, следует из данных ВЦИОМ. Согласно опросу, 52% респондентов назвали глобальное потепление значимой проблемой, в то время как 40% считают данную проблему надуманной. Примерно 94% опрошенных выразили готовность поддержать инициативу по высадке деревьев в цели сокращения выбросов углекислого газа, а также заявили, что приняли бы участие в подобной акции. Для оставшихся знаков зодиака продолжение гороскопа прямо сейчас. Весы. Этот день следует посвятить здоровью. Нужно трепетно отнестись к организму, иначе от рабочих нагрузок сляжете в постель. Море впечатлений получите от встречи с другом. Разговор по душам – вот чего вам не хватало. Скорпионы. Гороскоп обещает только продуктивный и общественно полезный день. Вы будете блистать повсюду, не заявляя о своих талантах. Но и зачем о них кричать? Они очевидны, что уже придают значимости. Стрельцы. Вы будете постоянно с кем-то встречаться, общаться и смеяться. Хорошая новость придет по телефону. Рабочий процесс идет как по маслу. Но физические нагрузки дозируйте, особенно если болит спина. Козероги, вас ждет карьерный рост. Составьте план действий. Кстати, удача на вашей стороне в азартных играх. Гармонично сложится отношение с супругом. Можно организовать выход в театр. Водолеи. Судьба к вам благосклонна. Это прекрасно, но с одной стороны опасно. Вы можете облениться до такой степени, что даже на работу забьете. Нет уж, задание нужно выполнить в срок. Рыбы. Отношения с избранником уже нельзя назвать нежными. Холодок пробежал, и это очевидно. Учтите, если в ситуации не разобраться, то такого шанса уже не будет. Поработайте на свое будущее уже сейчас.
Одной из крупных и уникальных частей собрания Музея изобразительных искусств имени Эрзи является коллекция произведений, около 600 картин и этюдов народного художника Мордовии Федота Васильевича Сычкова, талантливого художника-бытописателя деревни. Жизнерадостные, мастерски исполненные произведения мастера, героями которых были его земляки, своеобразная летопись жизни родного края. Свое предназначение в искусстве Сычков видел в том, чтобы раскрыть красоту, неповторимость деревенского бытия, которую чувствовал и понимал глубже, чем многие другие мастера. «Я посвятил свое искусство отображению жизни русской деревни», – писал художник. Узнаем больше о его творчестве вместе с экспертом. Дорогие телезрители, мы с вами находимся в Музее изобразительных искусств имени Степана Дмитриевича Эрзи, в зале, который посвящен творчеству Федота Васильевича Сычкова. И речь пойдет о его замечательной картине «Учительница Мордовка», которая была написана 83 года назад, в точно такой же лучезарный сентябрьский погожий денек. И на полотне изображена молодая, красивая, миловидная женщина в ярком национальном костюме. В 30-е годы 20-го столетия в творчестве Федота Васильевича Сычкова обозначился новый качественный перелом, потому что ярко была обозначена вот эта национальная тема. И он обращается к образу интеллигенции творческой, поскольку в этот период времени многие национальные кадры стали образовывать ребятишек крестьянских, обучать их грамотности. И одну из учительниц звали Софья Рябова. Она была супругой первого председателя Союза художников Республики Мордовия Виктора Дмитриевича Хрымова. Художник изображает ее в полном расцвете творческих сил, в расцвете женской красоты. Он обращает внимание на ее очень миловидное, строгое лицо, на котором прослеживается небольшая тень усталости, но это усталость от чувства удовлетворения ее трудом. Она горда за то, что она может давать знания крестьянским ребятишкам, обучать их грамотности. Палитра этого произведения очень многозвучна, многопланова, многокрасочна и очень красива. Художник очень смело использует такие сочетания цветов, как красного, зеленого. И опять-таки мы с вами видим чудесный вот этот мотив, мотив астр. Он вписывает фигуру молодой женщины в холст, и она окружена этими прекрасными, чудесными цветами, астрами. Астры были любимыми цветами в жизни художника, и поэтому вот этот цветочный мотив часто мы можем увидеть во многих его произведениях. Конечно же, национальный костюм, одета модель вот в этот национальный яркий эрзианский костюм, привлекает внимание прежде всего своей красотой, яркостью, нарядностью. Вообще эрзианский костюм – это очень благодатная тема для изучения. И мы видим вот эту цветовую, очень яркую, красочную палитру, присутствие вот этого обилия красного цвета, цвета жизни, цвета праздника. Глядя на это произведение мастера, хочется, конечно же, восхититься тем тонким и умелым его вчувствованием в образ красоты, в образ великолепной природы и потрясающей жизненной энергии. Умение ездить на лошади воспринималось нашими предками как само собой разумеющееся. Это был еще один навык, необходимый для выживания. Сейчас же он стал доступным всем. Верховая езда – это и спорт, и отдых, и искусство. Конная прогулка благотворно сказывается на физическом здоровье. Хотите ли вы участвовать в состязаниях по конному спорту или просто скакать в свое удовольствие по полям и лугам? Начать в любом случае придется с одних и тех же основ.
Узнайте, что вам понадобится для начала, как правильно обращаться с лошадью и какие меры безопасности следует соблюдать при первых поездках верхом в нашей следующей рубрике. Здравствуйте! Вид транспорта, в котором используется лошадь, имеет множество вариаций. Пассажирский, грузовой, спортивный, любительский, рабочий, парадный, летний и зимний. Сегодня узнаем как можно больше об этом виде транспорта. Алена, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какого года выпуска? Этот товарищ у нас уже взрослый. Ему 23 года, будет 24, то есть это у нас уже ветеран нашей конюшни, но несмотря на то, что он такой взрослый мальчик, он еще бодрый, весел и активно занимается катанием детей, в пони-секции, в клубе занимается. Он у нас очень добрый, ласковый, отзывчивый мальчик. Его зовут Альпинист. Перед тем, как отправиться на конную прогулку на лошадке, нам обязательно нужно пройти и прослушать технику безопасности и одеть на себя определенные вещи, которые нам эту технику безопасности позволят сохранить. Об этом нам расскажет Наталья Николаевна. Наталья Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вижу, в руках у вас есть атрибуты. Давайте начнем наряжаться. Ну, во-первых, обязательно шлем. Без шлема у нас ни одна конная прогулка не осуществляется. У нас шлем регулируется по голове, поэтому проверяйте, ваш ли это размер. Одев шлем, кивнув головой, этот шлем не должен у вас не спадать ни вперед, ни назад. Да, это ваш размер. Идеально. Застегиваем. Он обезопасит вашу голову во время падения. То есть я уже настраиваюсь на падение. Мы всегда берем больше, но все-таки надо в нештатной ситуации иметь место быть. Так. Смотрите, в кроссовках у нас ездить запрещено, но у нас есть волшебные фраги, которые позволят спрятать язычки у ваших кроссовок, чтобы они в стремени не застряли. Потому что, опять же, в случае падения, если вы застрянете в стремени, вы очень долго будете вести себя лицом лошади. Не хочу. Не хочу, тогда одеваем так нужные кроссовки. Так, это вот эта нога. То есть вот так. Да, вот одеваем сюда. Все, следующие штрихи. Все, готово. Что дальше? Ну, теперь берем лошадь и идем к посадочному месту. Так, с какой берем, стороны? Берем лошадь под узцы так, чтобы находиться от нее, ну, на безопасном расстоянии, чтобы ноги не попали под ее ноги, чтобы сзади как бы к ней особо не подходить. То есть снимаем ободочек с шеи и берем. Мне, если честно, уже страшно. Нет. Разворачиваемся. И идем к нашей лесенке садиться на лошадь. А, так я вместе с оптимистом? Да, нет, вот смотри. Прямо, пойдем. Выходим. Лошадки, они большие, у нас они на месте разворачиваться не могут. Ну, собственно, как и автомобиль. Прекрасно, я скажу я вам. То есть это всегда с лестницы вот, заход на лошадь? На лошадь можно сесть и со стременя. Но это уже, скажем так, следующий уровень. И если вы его познаете, то это будет уже прям ну, высший бегу, шик. В фильмах показывают, там и на бегу залетают на лошадь, но мы не в фильмах. Так, главное самой еще не упасть. Что теперь делать? Сейчас мы припаркуем. Прямо на верхнюю ступеньку. Да. Держаться. Держимся за меховушечку. Ножку перекидываем через седло левую. И садимся. У меня сразу ногу сверху. Что делать дальше? Теперь ножку ставим в стремя чуть-чуть пониже. Ниже опускаем. Еще опускаем. Вот. Поймали ножку на широкую часть ступни. Вот так вот пяточку опускаем вниз. Это опять-таки техника безопасности. Если вдруг вы решите куда-нибудь упасть, так нога у вас быстрее выскочит из стремени. Вторую также поправляем. Чуть повыше. Все, мама, опускаем. Все. Очень страшно первый раз. Первые моменты мы обычно человека ведем в поводу. Ваша задача просто сидеть и почувствовать, как лошадка двигается. Я ее в бока ногами ничего не делаю, да? Пока ничего не делайте, просто сидите, наслаждайтесь моментом. Мамочка. Пойдем, Женек. Знаете, стремя такое, что едешь, как на автомобиле потряхивает. Чувствуется каждый камень. Thank you.
могу сказать, пешей прогулкой доволен. Надеюсь, что сегодняшняя программа была для вас полезной, и вы узнали больше о лошади, как о транспорте. Завтра будет еще больше интересного. На этом сегодня у меня все. Продуктивного и позитивного дня, дорогие зрители. С вами была Вероника Ежова. Всего хорошего. До свидания.